Добрый день, уважаемые зрители, с вами вновь магазин Спецармии. Сейчас мы хотим рассмотреть панель с подсумками Hyde Hang Mag в расцветке Olive Drab от компании TMC. Довольно удобная набедренная платформа, вмещающая в себя два магазина под штурмовую винтовку и три пистолетных магазина. Позволяет крепить себя на ремень, не снимая его с брюк, и обхватывает бедро, при этом оставляя свободным ногу, не пережимая кровоток. Вмещает в себя самые распространенные магазины для штурмовых винтовок. Так, сюда совершенно спокойно умещается магазин для карабина М4. Ну, собственно, данные подсумки и создавались под него. Очень хорошо умещается магазин от автомата Калашникова под патроны калибром 5.45. И, ну, за неимением пистолетных магазинов мы сюда разместили мультитул. Как вы видите, Fox Outdoor представлены у нас на сайте. И тактический фонарь Nightcore. Вот. Получается довольно легкая и удобная набедренная система, позволяющая разместить наиболее необходимые магазины в хорошей доступности. Данная платформа состоит из двух вот таких вот подсумков и одного дополнительного подсумка под пистолетный магазин. Подсумки имеют систему крепления Молли, что позволяет их сместить или поменять местами по необходимости, по желанию перевесить их к себе на жилет. Также вы можете видеть, что сюда довольно спокойно умещается магазин от автомата Калашникова калибром 7,62, но из-за большого изгиба оперирование этим магазином в подсумках на бедре не представляется самым удобным. Спасибо большое, с вами был магазин Спецармия.